Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В данном видео я хочу вам показать такую функцию в редакторе Brackets, как быстрая документация. Она нужна для того, чтобы посмотреть справку о каком-либо теге, либо стиле CSS прямо в редакторе, не переходя в браузер, либо в какие-то справочники. Если вы, например, забыли какой-то атрибут, свойство тега, то вы можете нажать по нему горячую клавишу Ctrl плюс K, и мы видим, у нас всплывает справка о данном теге. Если нажать клавишу подробнее, мы перейдем на сайт и можем полностью прочитать всю информацию о данном теге. Атрибуты, свойства, значения и так далее. Также мы можем использовать быструю документацию в файлах CSS. Нажимаем клавишу Ctrl K, например, на цвет, и видим описание. Также мы можем использовать ее на фон и просмотреть всю информацию на размер шрифта, допустимые значения и так далее. Вы можете использовать данную функцию на многие другие теги, свойства, атрибуты и так далее. И вам не нужно будет переходить постоянно на какие-то сайты, искать эту информацию в интернете, а сразу быстро посмотреть и вспомнить. Если ее здесь недостаточно, вы можете перейти на сайт. И здесь вы увидите всю подробную информацию, которая аккуратно, правильно упорядочена и форматирована. Вам будет легко найти нужную вам информацию на этом сайте. Быстрая документация является очень удобной функцией в редакторе Brackets. Я рекомендую вам ее использовать. Это сократит затраты вашего времени и ускорит процесс работы, так как вам не придется постоянно переходить в браузер, искать справку по тегам или свойствам CSS, а вы сразу же сможете посмотреть информацию в редакторе Brackets. Надеюсь, видео было вам полезно. Встретимся в следующем уроке. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите к следующим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!